Так, го первый видос. Я ненавижу свой рейтинг. А спонсор данного выпуска — сайт randomitems.ru. Единственный адекватный рандом вещей в Dota 2, действующий по системе 3 к 1. Что значит каждая четвертая? Серьезно, пробуйте. Цифры в Dota, рейтинг — это боль. В жопе стреляешь, шаг за шагом, понимаешь, ты ноль. И хуй бы с ебаными лузами. Чё, запомни, что в доте все уёбки. Где рифма? Рейтинг в доте, покажите скилл. Шесть коней, каркунки, мид мой слил. На шесть каркунки, что ли, кончились? Тимми Кэрри, перманент ебло. Нахуй Кэрри пикаешь? Не бой, свой фанат в рейскинге был. Круто, как в кино. Где твой айтем, пидор? Добро пожаловать, суки, на рейтинг, где другие суки, которых никто не комедит и никто не любит. У нас тут нет скилла, его изымают на входе, но наш коммуникейт, он превосходен. 30 минут указательным пальцем на кнопки G, твои музыки изымают на входе, блять. Для всей команды очень важны, сука, пидор. Но ты знай и не забывай. Да-да, петух. В каждой катке должен быть лесник. Саппортом добил крипа, рекорд застил. Тебе крипа жалко, что ли? Желтые глаза нам не нужны. Вижу, купите, суки, бля. И без них я вижу ряд тиммейтовских могил. Могил. Сука! Тройка, две двойки, пидор. Идите нахуй. И лайк поставьте. Не, ну, прикольно. Так, что там еще у меня просили? Smoker vs Haters. Только все, хватит видосы слать, я буду сейчас играть Resident Evil заканчивать. Последний видос смотрю, предупреждаю. Добрый початок. Хули он не... Я же скопировал. Какой может быть? Копировать. Работяги, вы, наверное, запереживали, что в начале видео нет рекламы. Так вот, специально для вас хочу обратить внимание на сайт skins.cash. Здесь вы можете за несколько секунд превратить свои скины в реальные деньги. Также у них есть бонусная программа. Все ссылочки и промокод в описании. Ну а сейчас вы можете понаблюдать, как я вывожу свои скины и получаю за них реальные деньги. Не забываем про код. Отправляем предметы боту, подтверждаем действие Steam и остается только забрать свои деньги. Smoker vs Haters. С двухстволкой, блять. Пневматика, что ли? Ну что еще? Так, Мисай, оп, ну ты ее уже сто раз проходил. Интереснее другие синглы игры посмотреть после нее. Ты тупой пидорыч, я больше тебе донатить не буду. Я узнал, что ты променял меня на Богдана и долбишь со смыслом. Блять, какие дауны эти малолетние? Зачем этот трешак? Ты потратил сколько времени, чтобы подарить мне 200 рублей? Я потратил 2 секунды, чтобы получить 200 рублей и перестать тебя слушать. Так, сейчас я отвечу на донаты. И дальше подумаем, оффать стрим или не оффать стрим. Так, ну в принципе я сказал свое мнение по игре. Скорее понравилось, чем нет. Я бы оценил на 7 баллов из 10. То есть отличная игра, в принципе. Как относишься к тату? В принципе негативно, потому что портит кожу. Хотя на некоторых я видел, ну... На некоторых женщинах красиво смотрится. На мужчинах редко красиво смотрится. Хз, ну... На женщинах бывает... Бывает иногда красиво, но... Все-таки... Ну что еще? Дарова, в попить сложность, мать его. Так, что там дальше было? Там, например, полностью забить руки от плеча до запястья. Нахуя? Нахуя? А. Нахуя? Это даже небезопасно для здоровья. То есть, всегда есть шанс, что после тату ты сдохнешь. Всегда есть шанс. Всегда есть шанс. Или у тебя, не знаю, будут какие-то супер жесткая болезнь кожи. Зачем вообще этим заниматься? Я вот раньше тоже не понимал тех, кто ебашит татухи, но теперь мне очень нравится. Я лично понимаю тех, кто ебашит татухи. Это простые воебоны. Татуха — это воебоны.
Ну, типа, человек думает, что ему татуха, допустим, сделали красивее, круче. Допустим, человек походил 2-3 года в спортзал, и у него там более-менее большая рука, более-менее. И он думает, сейчас я набью татуху, и все будут на меня смотреть и думать, ебать, вот это крутой мужик. Вот это у него так в голове. И поэтому он берется делать татуху. То есть это, в принципе, легко понять. Это несложно понять. Лично я себе татухи никогда не буду ставить, я не хочу. Я не понимаю этого. Так. Что-то на унылочах, не в обиду. Не в обиду, что-то на унылочах. Как-то, ну, что-то, ну... Особенно, как ты, нахуй ты меня сюда вставил, блядь? Что ты меня поставил на учительницу, на классную руководительницу поставил, блядь? Меня лысого поставил на классную руководительницу, блядь, короче. Что-то на унылочах видос. Сори, челик. Ладно, гос играем одну игру в доту и все. Можно нагибать лоу. Я не буду играть Dark Souls. Попробуй, мне не нравится Dark Souls. Заебал. Я готов поставить почку, что ты охуеешь. Что значит охуею? Я смотрел 1000 раз Dark Souls на Твиче и на Твиче и на Ютубе. Бля, тут игру нашло. Посмотрю трейлер после игры, походу. Я много раз смотрел Dark Souls. Мне не нравится Dark Souls. Мне не нравится геймплей Dark Souls. Мне не нравится боевая система Dark Souls. Мне не нравится графика Dark Souls. Мне не нравится Dark Souls. Dark Souls мне не нравится. Мне он неприятен. Я не хочу в него играть. Я не буду играть в игры, которые неприятны. Вы что, дурачки? Зачем по 1000 раз одно и то же? Бля, почему герои говно? Когда выпала луна, меня задедосили. Когда выпали говно герои, я уверен, что придется играть. Никто даже не ливнет. Как я буду этими героями играть? Все герои хуйня, ну прежде с Джаггернаутом. Герой помойка. Вот так-то лучше. Здорово. Хорошо, что не зря минус 3500 на Рё 7. Держи еще плюс 1000. А, спасибо. Спасибо за 1000. Не, ну реально, Resident Evil 7 понравился, да. Хотя поначалу было противно, но немножко... от момента в игре, но это из-за того, что как бы потерял привычку к жанру этому. То есть, когда не играл столько лет в этот жанр, так, короче, это будет, я не знаю, вот сейчас, вот если бы меня сейчас задедосили, я бы был бы, не знаю, наверное, даже благодарен. Потому что, когда я играл в доту, меня задедосили, и я играл на луне. У меня был на луне счет 5-0-3, я всех ебашил. А в этой игре это уже low priority против лича на лайне. Я играю конченным героем, low priority, против лича. Не знаю, я не хочу играть. О, великие силы. Лич, Дестройер, Абадон, Джаггернаут на лайне против лича. Просто я хочу уливать. Прямо сейчас. Ой, блядь. В low priority, Джаггернаутом. Против лича. С Рубиком саппортом. Это конец. Я нажму рекламу 30 секунд. Изи, сам же. Это будет унылая игра. Ну, скучная, неинтересная. Я предполагаю, я начну ныть примерно на 2-й минуте. Хотя я уже начал. Вот, смотрите, у меня долбоеб АФК стал. Купил в Рейсбенд на Венге и стоит АФК. Какой шанс на то, что эта игра будет... Ну что, эта игра будет без нытья? The battle begins. I'll take that as tribute. What do you say? Да, боёк купил в Resband и стоит АФК. Какой шанс на то, что... Yes. Какой вообще шанс не ныть? Я нахожусь в low priority, у меня долбоёб купил в Resband и стоит АФК. Agreed. Назовите мне, пожалуйста, шанс, при котором я не стал бы ныть в этой игре. С Рубиком саппортом долбоёб АФК стоит. О, великие силы. Вульва за что? It's an
надо просто, ну... Мне бы, конечно, стик купить, но я куплю топор. Ну нахуй меня блочить? А, я теперь умру? А, ну да, я стою один на этом лайне, я умираю, окей. Чел АФК стоит на Рубике. Ладно, я хочу ливнуть. А не знаю, зачем играть. Зачем я вообще зашел в доту? Долбоёб на стрим снайпере меня убил, пишет в чат. Джаггер, я иду помогать, друг. Это стрим снайпер. Он меня троллит. Я всех замучу. Короче. Ну, вот вам пример, почему я забил на командные игры. Это же вообще не имеет смысла. В любую секунду тебя может застрим снайпить малолетний долбоеб. В любую секунду тебя может задедосить другой малолетний долбоеб. В любую секунду третий малолетний долбоеб может начать фидить или разбить шмотки. Командные игры — это прошлое. Мои стримы теперь, ну, другие. Я вот зашел раз в неделю, да? И сейчас ливну, через минут пять. Потому что это, ну... Типа, какой смысл играть, если вот зашел ребенок, у меня троллить типа будет? Но я его замутил уже, но... Какой смысл играть? Типа, он специально не станет, чтобы меня убили. Лол. Ладно, мне похуй, я, короче, левую не хочу играть. Ладно, всем пока. Он специально типа станет кидает. Всем пока. Или нет? В командные игры играть — это все, блять, потому... Это невозможно. У меня пальцев на руках и на ногах не хватит, чтобы перечислить всю невозможность игры в командные игры, будучи стримером с названием канала Twitch TV Evil Artis. Мне просто не хватит пальцев на моих конечностях, чтобы перечислить все причины, почему это абсолютно невозможно. И почему никогда в жизни не будет мотивации. То есть моя мотивация — это минус 100. То есть, я даже не могу описать, насколько нету мотивации. Вы видели, я просто ливанул, потому что мне похуй. Вообще, просто зашел чел, стоит АФК специально, типа, ждет мою реакцию, потом войс говорит со мной. Просто, блядь, даже не хочу больше ничего говорить. Как бы я даже на него не злюсь. Просто смешно. Просто животное, блядь. Дерьма ебаного.